Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Kia Rio 2005 года выпуска. На этом автомобиле у человека порвался тормозной шланг передний правый. Пытались заказать шланг. Сначала оригинальный, потом дубликаты. Все поставщики запрос снимают. Машина вроде бы распространенная, а шланг вести никто не хочет. Ну, вышли из положения, сейчас снимаем шланг. Увозим его, нам его реставрируют. Есть у нас фирма в Краснодаре, которая восстанавливает гидравлические шланги, патрубки и прочие вещи. У них я ремонтировал шланги на гидроусилитель. Также товарищ делал шланги на грузовика себе, помимо того, что тормозную систему, сцепление он делал. И делал себе гидравлику, у него стоит мехрука, на мехруку делал. Все работает, все нормально, поэтому уже откатано, проверено, безопасно. Сейчас берем, снимаем колесо правое и откручиваем тормозной шланг. После этого, когда мы установим новый шланг, тормоза прокачаю вакуумом, как я уже это показывал в видео с Hyundai Porter. Очень понравилось, в одного можно прокачивать тормоза. Поставим новые диски тормозные и колодки новые поставим. Снимаем колесо. Открутил колесо, снимаем его. И вот там наш бегущий шланг. Получается, вот он, видно, расширяется, лопнул сзади, вот он, и здесь он бежит. Ну что, мы сейчас снимаем вот здесь болт у нас на 12, чистим здесь, откручиваем штуцер, с шланга снимаем стопор и откручиваем штуцер на тормозном цилиндре. Штуцер на тормозном цилиндре у нас тоже ключик на 12. Здесь снимать, когда будете, второй, со второй стороны тоже медная шайбочка, чтобы не потерять ее. И теперь откручиваем здесь. Есть вот такой вот замечательный разрезной ключ. Одеваем его. Наживляем болт. Чуть-чуть подтягиваем. И откручиваем.
Все, вот он. Срывать очень удобно таким болтом, таким ключом. А дальше мы уже простым ключом на 11. Снят. Вот где он порвался. Странное место у него. Обычно в таких местах они не рвутся. Увозим делать. Все, поехал. Отдал шланг. Мне сделали его. Вот так он выглядит. Переставили старую пружину эту со шланга, все восстановили, опрессовали, проверили по давлению. Все, сейчас мы берем его, устанавливаем на место и закручиваем. Все, здесь мы сверху шланг установили, теперь устанавливаем снизу на штуцер. Вот с этой стороны он у нас, как его там, не видно. Колесо не выкручено у нас. Не забываем, что там две шайбы, и затягиваем его, штуцер этот. И закручиваем болт, который промежуточный у нас держит шланг. Все, как видите, форма шланга полностью сделана. Перед тем, как они менять сам шланг, метят его, фотографируют, как он выглядит, какие у него углы, какие у него развороты, где крепления стоят, и потом уже разбирают, ставят новые фитинги, вот эти новые крепления, новый шланг, и все прессовывают. Все отлично, видите, вот здесь даже он изворот так, что он не торчит дугой, а как спрятан.
Сейчас откручиваем суппорт и откручиваем скобу тормозного суппорта, чтобы снять нам тормозной диск. На самом суппорте у нас на 14 болты, а на скобе суппорта у нас на 17 болты. Вот крепление, про которое я говорил, закреплено. Сейчас пока уберем. Проверяем направляющую. Направляющие ходят мягенько. Колодки не бикей стояли. Задняя колодка изношена больше, чем передняя. Теперь мы откручиваем вот этих два фиксирующих винта, которые у нас держат тормозной диск. Сделаем это ударной отверткой. О, тут не надо даже ударной отвертки. Не надо, тут так она откручивается. Диски привез хозяин. Сейчас посмотрим, что за диски. А, фирмы ТРВ DF4839. Устанавливаем диск и прикручиваем его. Ну и также сильно затягивать не будем. Чуть-чуть подтянем и все. Все, теперь обратно ставим на место скобу. Резьбу я брызну медной смазкой. Вот такая медная смазка. Астрахим. Номер ее идет ACS-4575. Закрутил и побрызгал медной смазкой ступицы с одной стороны и с другой стороны. Мы сделаем точно так же, когда переберем вторую сторону, мы будем аналогично это делать, но единственное, без замены шланга. Шланг там целый. Сейчас берем новые колодки. Колодки мы будем использовать фирмы Sunshink. Номер их идет SP1186.
идут вот такие вот колодочки. Внутренняя колодка идет с пискуном, наружная идет без пискуна. Устанавливаем колодки. Пискун поставим снизу. Вот колодки здесь получается установили. И сейчас берем и сдавливаем струбциной тормозной цилиндр. Я уже его сдавил, поршень осадил, утопил. Устанавливаем на место наш цилиндр и закручиваем оба болта крепежных. Все, колодки мы заменили. Аналогичным образом мы меняем сейчас со второй стороны тормозной диск и колодки. После этого мы прокачаем тормоза вакуумом. Все, заменил я и со второй стороны, и тормозной диск поменял, и колодки заменил, новые поставил. Сейчас мы берем тормозную жидкость. Тормозную жидкость будем использовать ТРВ DOT 4. Номер идет литровой банки PFB 401. Заливаем жидкость в наш бачок тормозной. Для тормозной жидкости находится он у нас вот здесь сверху. И начинаем с дальнего колеса, вот этой экспресс-заменой, с дальнего права. Получается колеса, прокачивать. Как будет заключаться прокачка, я просто буду пользоваться компрессором. Сюда подключается компрессор и создается вакуум в системе. Через шланг, вот через этот, через штуцер прокачки я протаскиваю тормозную жидкость. Прохожу два раза по всем колесам. Сначала заднее правая, потом задняя левая, потом передняя правая и передняя левая. Второй раз, когда я прохожу, я включаю вакуум, открываю штуцер прокачки. И когда она у меня качает жидкость, в это время каждый раз подливаете. Смотрите, чтобы бачок уровень не упал, чтобы не хватануло воздуха, то придется опять заново прокачивать. Иду и нажимаю педаль тормоза 2-3 раза. Для чего это делаю? Чтобы в самом главном цилиндре тормозном выгнать старую жидкость и чтобы он закачал новую. И все. И после этого тормоза у нас отличные. Но вот сейчас я это проделываю, а потом уже, не снимая машину еще с подъемника, заведу и покажу, как педаль тормоза с первого раза работает. Приступаем. То есть продолжаем. Все. Протянул я жидкость через все колеса, установил на место колеса, а жидкость у нас практически полностью ушла, хотя хватает там пол-литра, но я прокачал, потому что начал прокачивать, вроде жидкости доливали, шланг бежал, но почему-то она грязная была, и я ее не два раза, я ее три раза прокачал. Тормоза я еще не давил, в салон не залазил. Потому что колодки мы поставили, и сейчас у нас надо будет их поджать. Все, вот они, вот тормоза. Это один, не нажимая, не залазя в салон, прокачал тормоза, вот как машина на подъемнике была. Так она и стоит. На этом все. Замену тормозного шланга
передних тормозных колодок и передних тормозных дисков мы произвели. Всего вам доброго!